сам Асад Бент и оказался магическим образом. И на самом деле первый раз сейчас. Вот это был как бы первый наш совместный опыт с Асад Бентом. Ну, то есть, какой опыт? Там я вышел, почитал просто стихотворение, да? Вот, соответственно, а Сашу я знаю очень давно. Саша Улаев, да? Вот, это океан. Вот в плане музыки, вот для меня это человек, который океан. Потому что я иногда играю на контрабасе, он иногда играет на рояле, да? Вот, у нас есть наш прекрасный, любимый друг Макс Некрасов, который великий губной гарманист. Ну, не как бы не великий, а единственный, получается, который тоже сегодня играл на сцене. И это очень близкие мне как бы люди. И в каких проектах мы пересекаемся? Мы настолько в многих проектах пересекаемся, и я надеюсь, что пересечемся еще. Вот. А сегодня вышел, мне захотелось, я услышал, и я думаю, давно я не читал стихи. И вот думаю, выйду, попробую, как вот под ребят читать стихи. Мне понравилось, это очень классная группа.
становится мгновение, и на осколки разбиваются пластмассовые сновидения срок годности истек, это любовь не подлежит возврату. Другой еще под удовольствием, под